привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 сентября. Я продолжаю потрошить томаты и заготавливать семена. И вот сейчас, во время заготовки семян следующего сорта, я покажу вам и продегустирую сорт лимончики, потому что это новинка. Я только что вчера его снимала на видео. И смотрите, что интересно. Ну, я вам говорила, что это сорт новый. Мне прислали семена, что он не лимоновидной формы, что они именно лимонного цвета, и когда они висят, издалека похоже, что висят действительно лимоны. Но даже вчера, снимая видео, я и не подозревала, что очень, когда как до биологически, до полной биологической зрелости, когда эти томаты вызревают, они, смотрите, у них появляется вот здесь вот такая оранжевая, красная расцветка, потому что перед этим я срывала именно вот в такой зрелости, как мы обычно привыкли. Вот поспел томат, раз, мы его срываем. И вот на таком полностью спелом томате ничего, даже намека нет, что он будет с красной макушечкой, с оранжевой. А тут я последние, ну не то что упустила, а просто не до них было. Вот они висели-висели. Сейчас думаю, ладно, последние сниму. И когда начала снимать, я увидела, что на тех, которые поспели очень хорошо, почти на каждом есть вот эта вот такая красная, ну или оранжевая, как ее назвать, вот такая вот вершинка. Значит, вот видите, еще одно открытие. Я бы так и не знала, если бы я срывала их все вот такие. Значит, вот этот сорт, он не только лимонного цвета, но в конце своей жизни он приобретает такой оттенок, как биколор. Внутри, конечно, его нет, этого оттенка. Вот смотрите, я сейчас вам показываю вот эти томаты, но так как они самые последние у меня, и висели они в придомовой теплице, то есть я их тут не для еды, а я говорила, что я вместо занавеса высадила вот эти высокорослые томаты, чтобы листва притянило, и чтобы жар в дом не шел. Так что вот эти, ну я сейчас попробую, но это не показатель качества, потому что здесь я за ними не ухаживала, и вот один из них открыла. Я увидела, что он немножко, где семенные камеры, пусто. Скорее всего, не хватило им влаги. Но вообще, вот такой вот он на разрез. Сейчас попробую на вкус. Но я хочу сказать, что я люблю желтые томаты. Мне кажется, желтые и оранжевые томаты, они самые вкусные, самые сладкие. Вкус поразительный. Очень нежный. Сладкий такой. Сладковатый, и кислинка почти незаметна, но вот прям чуть-чуть-чуть есть кислинка. Он не приторно сладкий, а вот такой именно томатный вкус. Вот такая мякоть нежная, но вместе с тем, что мякоть нежная, шкурочка очень плотная. Она вот такая прям кожица, вот эта вот плотная-плотная. Скорее всего, они для засолки будут хорошо держать форму, и вот из-за этой шкурки. И, конечно, если их консервировать или просто там засаливать, не нужно ждать вот до такой биологической зрелости, когда они будут мягкие. Конечно, вот в таком виде лучше их солить, они вот такие еще тверденькие. Вот смотрите, они в разных фазах по-разному ведут себя. Вот здесь вот он прям плотный, его даже не удавишь. Вот в это время как раз его надо консервировать. А когда он чуть до этой, до красной макушки созрел, он делается прям мягким-мягким-мягким. Вот это, конечно, для еды. Вот в такой степени это для еды, для салата. Ну, даже для салата, может быть, чуть раньше. Смотрите, какая толстая вот эта вот прослойка между семенами. И сейчас я еще попробую просто разломить его, чтобы посмотреть сахаристость. Ну, вообще, вкус отличный, конечно. Ну, да, он такой зернистый. Ну, конечно, это, опять же говорю, он крупным не бывает, до 200 грамм вот эти лимончики. Это не тот биф-томат, от которых мы должны ожидать мясистость, сахаристость. Но все равно мякоть крупенчатая. И вот эта вот сама прослойка мяса, она толстенькая. Все, вот эта дегустация лимончиков у меня под номером 235. Покупала не в магазине, прислали мне, ну, просто от частного лица получила. Форма не лимоновидная, но все равно они называются лимончики. Все, вкусный, желтый вкусный, томатный такой приятный вкус.
чуть-чуть с еле уловимой кислинкой, но сладкий, очень приятный, нежный.